Сона Рубинян из Армении, несмотря на юный возраст, имеет 2 музыкальных образования. Еще в колыбели, когда ей было всего несколько дней и она громко плакала, родной дедушка был уверен, что внучка разрабатывает голос. Новая волна для Соны — первый международный опыт, на котором она представляет не только себя, но и свою страну.